привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 января, и вот перед тем, как поговорить, что делать с первыми посевами, которые у многих уже появляются, я хочу рассказать для тех, кто соблюдает лунный календарь, хочу сказать, что наступил самый благоприятный период в январе для посевов наших овощных культур. 27-го, 28 и 29 января, то есть сегодня, завтра и послезавтра, самые благоприятные дни вот оставшегося января для посевов. Я даже сейчас прочитаю вам выдержку с лунного календаря. Так. Сейчас. Благоприятное время для посадок и пересадок. При растущей луне посадка огурцов, томатов, баклажанов, перца, хрена, кабачков, тыквы, капусты, зелени. Всего-всего. Урожай обильный. И как раз вот этот период растущая луна у нас наступил сейчас. У нас 25 января было, сейчас скажу вам, было новолуние. И вот теперь с 26 числа начинает расти луна. 27, 28, 29. Я хотя и не очень-то смотрю в лунный календарь, но есть люди, для которых это важно. Важно посадить в растущую луну. Важно, чтобы это были благоприятные дни. Вот это именно эти три дня, это не нейтральные, в которые ты хочешь высаживаешь, хочешь нет. А это именно те дни, в которые специалисты прям настоятельно рекомендуют сеять. Кто для теплицы хочет посеять томаты, баклажаны, там что, перцы, пожалуйста, сегодня, завтра, послезавтра. Лучших дней в январе уже не будет. Дальше потом будет февраль. Все, на этом до свидания. Я хотя и не соблюдаю лунный календарь, но сегодня я как раз наметила посев перца, позднеспелых сортов. Я вам все расскажу об этом. Но у меня просто совпало, что это благоприятный день, потому что я каждый год 27, 28, 29 сею перцы. И в прошлом году у меня есть запись об этом. Но те, кто соблюдает лунный календарь, вперед к посевам. Самые хорошие дни.